Новость с валютного рынка. Доллар падает. В среду, 16 апреля, на межбанковском рынке Украины торги по доллару открылись следующими котировками. 11,7, 12,05. К 12 часам дня цены упали до 11,2, 11,4. И независимо от колебаний валютного курса будет действовать новое решение Верховной Рады. На закрытом заседании парламент принял постановление об использовании пожертвований на Национальную гвардию. За принятие данного решения проголосовали 230 народных депутатов. По состоянию на 15 апреля от юридических и физических лиц в качестве помощи вооруженным силам Украины в рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Министерства обороны поступило уже более 100 миллионов гривен. Из этой суммы 94 миллиона денежные переводы на материально-техническое оснащение, остальные на медицинское обеспечение вооруженных сил.